Зрители, это один из последних роликов на этом аккаунте. Я нахожусь на Твинке, это мой новый старый проект, уже старый, потому что уже заканчиваем на нем рубрику. Я прокачал колоду на максимум в предыдущем выпуске, была цель этого проекта прокачать одну деку и другие карты как бы не трогать, чтобы уровень башни короля не прокачать. У нас 10 левел получился, вот такая вот дека. Ну и давайте возьмем мастер 2, не знаю, получится ли мастер 3, посмотрим. До конца сезона еще у нас сколько? 2 дня 18 часов. Я не уверен, что возьму мастер 3, но 5300 может быть еще попытаться можно. Короче, посмотрим, сколько я в этом сезоне максимум выжму. Вы поддержите лайком. Кстати, насчет нового проекта я думал. И, ну вот, я не знаю, когда, может, через недельку приму решение. Короче, если хотите новый проект, го в этот ролик поставим 15 тысяч лайков. Если он ролик соберет 15 тысяч лайков, я какой-то новый проект обязательно создам и будем развивать его вместе с вами. Поэтому все зависит от вас. Рубрика в ваших руках. Ставьте лайки, 15 тысяч лайков набираем, обязательно подписывайтесь и колокольчик проверьте, чтобы выпуски не пропускать новые. Так, три мушкетера. Ёлки-палки. Жесть, под рейджем это слишком жестко. Зап. Быстрее, быстрее, быстрее. Да ну нах. Да ну нах, минус башня. Да нет, только не минус сборщик. Пошел вон, пошел вон. Да ну, блин, это бред. Жесть, как я там остановить должен был? Ладно. Сейчас попытаемся сразу забрать на три короны. Я ненавижу этих трех мушкетеров. Вечно меня вот пригорает от них. Так, надо было, наверное, наоборот, темного принца на другую сторону. Так, ставим голема. Поехали. Я надеюсь, он... Через зеркало... Хотя зря я улыбаюсь. Зря я сейчас улыбаюсь. Мне кажется, я не задефаюсь. Ой-ой-ой. Мне попросту не хватит элика, мне кажется. Ну, сейчас проверим. Срочно нужен дракон. Сейчас взорвется голем. Надеюсь, погибнут миньоны. Да, половина из них погибла. Половина живых. Забираем вышку и... И что? О боже, он еще одного через зеркало клонировал. Давайте попытаемся еще один сборщик, короче, поставим. Давай-давай вот этот сборщик забрать, чтобы он последнюю каплю не получил. Замечательно. Так, ну что, осталось 5 секунд до двойного. Жесть, что он творит. Поехали. Ставим голема. Ставим голема. Сейчас, скорее всего, три мушкетера вот здесь сразу будут. А, нет. Ну, это бандитка нам не страшно. Сейчас быстренько бандитку заберем. Вот они, три мушкетера, и, скорее всего, он через зеркало еще одних выпустит. Сейчас посмотрим. А, нет, нет. Замечательно. Так, давайте торнадо. Быстрее, быстрее сливаем мушкетеров. Так, поехали. Поехали, поехали, друзья. Поехали. Хе, лол. Просто лол. Реально. Ну, если бы у него нормально была дека, возможно, бы я и проиграл. А так вот это с зеркалом вот херню делал. Ну что ж, первая катка победная. 28 кубчей мы получаем. Я не знаю, хватит мне еще 2 игры выиграть и зайти на 5200. Так. Поехали в бой. 5200 кубков на 10 уровне. Это прикольно на самом деле. Хоть и фулл прокачка, но... да, с фулл прокачкой на самом деле несложно. Ну, с другой стороны, если посмотреть на моих оппонентов... то это та же самая фулл прокачка, даже 13 уровень, то есть они однозначно, ну, сильнее, так скажем, в плане прокачки меня. Но вот по скиллу не знаю. Хотя, мне кажется, тут еще зависит от колоды и от цикла много чего. Вот. Были бы тут 9-10 рарки, окей, а так вы видите сами, 11 рарки, кстати, 4 леги подбираются, вот до этого я играл. Так, ракета у соперника. Жалко. С эликсиром у нас будут проблемы, и надо как-то их будет решать. Так, сейчас будет орда мух. Тут уже, блин, рояль настолько предсказуемый, что все колоды уже наизусть знаешь. Мужики, слил ракету, парень. Ну что ж, неплохо. Ставим сборщик. Правда, эликсира нету. Капец, копейщики, остановитесь, что так много урона? Готовим зап на орду мух, если вдруг она будет... Или торнадо на шахтера, если он тоже... Нет, шахтера не видно. Так, ну, отлично. Ракету он слил. Заодно сборщик теперь отстоит полностью.
Нам осталось вот это сейчас последние секунды, короче, продержаться. Вот это последние 30 секунд. Прокрутить сейчас колоду. И все. И выносить на 3 короны. А, окей. Давайте мегамуху здесь. Так. Я даже не знаю. Давайте принца сольем. Что мне сейчас вообще делать? Лол. Ну давайте сливаем так. И ставим сейчас сборщик, чтобы он потратил ракету. Так, хорошо, неплохо. О, он еще и рыцаря слил. Трать ракету, дружище, трать ракету. Отлично, шикарно. Дефаем принца. Заодно там, возможно, мортиру словим. Ну что, ставим голема. Ставим голема. И сейчас будем его пытаться выносить. В принципе, дракон есть. Все есть у меня. Ракету он только что слил. До второй ракеты он еще вряд ли прокрутился. Надо как-то сейчас дракона грамотно использовать, чтобы сразу с ракетой он его не забрал. Так, поехали. А, вот ракета, отлично, я дракона сдалека выброшу. Жалко, что минус принц. Вот это жалко. Давай орду мух, я же знаю, она у тебя есть. Ну, почему орду мух не используешь? Говнюк такой. Угу. Жесть. Не получается. Не получается, не хватает чего-то. Скилла не хватает. Так, давайте здесь голема ставим. Так, здесь у нас миньончик пойдет. Здесь у нас темный принц. Темный-притемный. Так, здесь у нас дракон. Блин, сколько там мусора просто. Как вот пройти? Сейчас он ракету кинет и все, и... Жопа. Так, хотя вот сейчас нарисовался проход. Давай-давай-давай-давай-давай. Торнадо. Торнадо. Давай-давай. Зап. Вы видели, как четенько все прошло? Давай-давай-давай, принц. Я знаю, еще с разгона нанеси урон. Задефался. Говнюк такой. Давай, принц. Не-не. Блин, задефался. Задефался и молодец. Хорошо сделал. Так. Принц. Давай мортиру ставь. Ставь мортиру. Сейчас попытаемся чисто принцами вынести его. Зап. Так. Да ну не, ну блин. Ракетой дефается. Невозможно ничего сделать вообще. Отличная игра. Окей. Я не считаю ее отличной, блин. 1000 хп осталось. Никак у меня не получалось сделать пуш. Ракету выбрасывал на деф постоянно. И да, ракета контрит. Поехали. Юзуки. Юзуки. Такс, 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 такс. Ну чё, сейчас поставим сборщик. Начало у нас неплохое. Поставим сборщик. Куда же сборщик? Это сюда давайте поставим. Бочка летит. Опять ракеты. Да вы достали со своими ракетами. Спеллбейт еще и фуловый. Угу. Ну, вышку мы активировали главную. 1700 хп. Мало. Ну, у меня 10 уровень башни короля, поэтому... Для меня нормально. Так. Как бы его сейчас бы сделать? Давайте здесь мегаминьон. Спеллбейт, в принципе, по сути, я тоже должен контрить. Но, опять-таки, все упирается в то, что у него ракета. Принцесса по левой стороне. Очень интересно. Слушайте, а давайте попробуем сейчас как-то что-то придумать. Не, не буду ничего подкидывать, ничего мудрить не буду. Так. Запускаем темного принца. Если он выбросит бочку... Так, бочки нету. Ладненько, уничтожаем рыцаря. Здесь торнадо используем. Урон пропустили. А чё урон пропустили? Чё я не так сделал? Наверное, неправильно торнадо выбросил. Опять принцесса. Только законтрили ее. Так. Ну, давай, сейчас банда гоблинов. Я быстренько с запом ее заберу. Давай, давай банду. Лоу, ты так легко принцессу отдал. Да. Блин, я не знаю, запать не буду. Запать не буду, потому что... Ой, как много урона, как же больно. Так. Теперь, наверное, отдать ему башню одну. Да? И пойти справа. Поехали. Так и сделаем. Отдаем ему левую башню. Хотя я зап все равно использую, потому что... все равно не могу я вот просто так отдать башню. Вот там еще много добивать, поэтому
Он сейчас банду потратит, скорее всего. А нет, не тратит. Ракета у него будет, скорее всего, на деф, как и предыдущего соперника. О, кстати, вот это сейчас быстренько убьем гоблинов, это хорошо для нас. Давай, давай ракету сливай. Ладно, я мегамуху далеко выброшу. Смотрите, смотрите, принц дошел, дошел и дал тыку. Вот здесь парень немножко затупил. Используем зап. Сейчас голем взорвется с мегамухой, там нанесут достаточно урона. Так, здесь у нас пойдет темный принц, здесь обычный принц. 700 хп осталось. Ну, слушайте, он еще может успеть забрать башню с ракетой. Давайте здесь дракончика. Торнадо. Ах ты, блин. 400 хп, лол, сейчас ракета и все, и GG. Но мы попытаемся сейчас быстро, быстренько, короче, успеть снести башню левую. Хм, лол. Да все, 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 до свидания. До свидания. Так, осталась одна игра, получается. Юзуки. Если бы ты еще нормально играл. Ну вот, вот смотрите, четвертая принцесса. Чем не прокачка, да? Восьмая бочка. Десятая ракета, окей, ладно. Поехали, последний бой. И я на 5210 уровнем. Ранг 48-2-0. Сборщика нету в начале. Это не есть хорошо. Ладно, подождем. Подождем. Не люблю, конечно, вот ждать. Хочу начать, но в моем случае лучше не спешить. И он, кстати, не хочет ничего выпускать. Блин, у меня терпение может сейчас лопнуть. Но если бы я видел, кстати, сейчас следующую карту сборщик, я, возможно, бы прокрутился. А так я и следующей карты сборщик не вижу, и не факт, что после Мега Миньона будет сборщик. Поэтому, ну, пока не надо лучше выпускать. Ну ладно, подождем, почему бы и нет. Для меня двойной эликсир — это зеленый свет, и я сразу иду выносить. 5200 кубков, если возьмем, это реально моя цель была. Я, конечно, и 5500 бы не против бы был, но, ребят, 10 уровнем это реально сложно. Но, по-моему, рекорд 10 уровнем это 5500. Я помню, какой-то парень с лавой, по-моему. Не знаю, кто в курсе, напишите в комментариях, просто я не сильно слежу за этим. Но вроде бы как 10 уровень 5500 брал, тоже с фулл прокачкой, только там еще и лего 5 уровня была, лава. Вот, ну я знал, что я Легу не прокачаю, поэтому выбрал именно эту колоду, потому что, ну, в сундук фортуны сейчас попроще фармить, эпики раньше было намного сложнее, да и с легами раньше было сложнее, сейчас есть легендарный сундук короля, магазин, сейчас леги реально очень легко фармить, и за счет этого донатеры очень сильно прокачиваются, и за счет этого портится баланс в игре, и, собственно, такие вот сейчас перекачанные игроки на таких низких кубках сидят. Вот, поэтому сложно стало, раньше было проще, раньше, не знаю, та, которая прокачка у меня сейчас, можно было 6к на изи просто апать. Так, самое главное сейчас вот, чтобы мы по одной стороне шли. 6, 5, 4, 3, поехали. Три мушкетера, воу-воу-воу, еще и сплит, окей. Так, опасно, опасно, поехали. Зап. А, у него же там еще банда, блин. Мегамуха. Дракон. Торнадо. Торнадо. Минус башня все равно. А сможет ли он задефать меня? Сможет ли он меня задефать? Вот это вопрос сейчас. На засыпку. Так, я понял, на три короны пойдет парень. Будем стараться не давать ему это сделать. Воу-в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 оу. Да сдохни, гигант, уже реально сдохни, задрал. Все, все, было сложно, но я сделал это. До свидания, уволен. 10 уровню вкусно пукнул, проиграл. Лошара, просто твое звание лошара, дружище. 5200 трофеев. Шикарно, шикарно. 10 левел на 5200. Можете поздравить. Кстати, заходите в клан. Это моя будет академка. О, тут 50 человек. Просто после того, как узнали люди, что я на этом аккаунте, скорее всего, играть больше не буду, но будет играть мой друг, сразу начали ливать. Можете ливать, как хотите, но этот клан будет академка, я буду постоянно пиарить, он будет активным, поэтому кто ливнул, удачи вам. А кто еще хочет быть в классном клане, заходите, я потом кикну здесь игроков. И в скором времени еще будут турниры проходить между моими кланами.
Короче, друзья, 5200, на этом останавливаюсь на данный момент. Возможно, еще до конца сезона поиграю, попытаюсь взять максимум, еще сколько смогу, выжму. Если дальше не смогу, на этом как бы все, ребята, последнее видео. И грустно, и радостно, что мы... Грустно то, что, блин, приходится прощаться, да, с этим аккаунтом, с этой рубрикой. А весело и радостно из-за того, что я достиг цели, а это, конечно, круто. И я поставил цель сделать фул колоду, дойти до 5200, цель достигнута. Всем спасибо, кто поддерживал, подписывайтесь, ждите новые проекты, новые видосы. Всем удачи, всем пока.